Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим потрясающе вкусную остренькую закуску. Получается очень вкусно, просто и недорого. Для начала нам нужно отварить куриные желудки. Я уже отварила и нарезала вот такими тонкими полосочками. Вообще говоря, куриные желудки через 40 минут кипения уже готовы, но мне нравится, чтобы они были совсем мягкие, поэтому я варю их долго, больше 2 часов. Но это уже на ваше усмотрение. На 1 килограмм куриных желудков нам понадобится довольно много лука, это такая остренькая закуска. Вот в этой миске у меня 2 большие луковицы, я уже их нарезала, и мы будем этот лук обжаривать. А здесь у меня половина небольшой луковички, ее мы замаринуем. Лук я очень-очень тоненько нарезала, добавляю сюда 1/2 чайной ложки сахара, ботку соли, немножко рукой помну, слегка. Добавляю 30 мл яблочного уксуса, перемешиваю. Я отставляю в сторону, пусть вот минут 15, а лучше полчаса лук промаринуется. И вот периодически буду перемешивать. В сковороду наливаем 4 столовые ложки растительного масла. У меня уже разогрелось. И отправляю обжариваться лук. Обжариваем до приятного золотистого цвета. Вот лук обжарился, начинает золотиться. И теперь я прямо на лук добавляю специи. Чтобы специи обжарились, так они станут еще ароматнее. Я добавлю паприку и добавляем свежемолотый перец, точнее я добавлю сразу 4 вида перца. Вот такую симпатичную мельницу для специй можно приобрести в магазине Галамарт. Перемешиваем и прогреваем буквально минутку-две. Ну вот, почти все готово, осталось все смешать. Я добавляю замаринованный лук, в принципе можно и уксус отправить сюда же, но я не буду. Это кому как по вкусу больше нравится. Выдавливаем 2-3 зубчика чеснока и прямо сверху выкладываем обжаренный лук вместе со всем маслом. По желанию можно добавить соевый соус, я добавлю 30 мл. Перемешиваем и обязательно отправляем в холодильник настояться, чтобы промариновался салат и остыл хорошенько, лучше всего на ночь. Получается очень-очень вкусно. Подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.